Сегодня команда вас тепло поприветствовала. С какими чувствами возвращаетесь в тренерский штаб «Локомотива»? Спасибо. Ну, эмоции только положительные. Всегда эта команда была для меня родной. И поэтому, как бы, если есть возможность участвовать в том, чтобы в клубе все было в порядке и каким-то образом помогать, я только рад этому. Сегодня была восстановительная тренировка, завтра уже предыгровая перед «Химками». Какие задачи, что вообще можно за это время успеть дать ребятам? Ну, я скажу так, что наша с Дмитрием Вячеславовичем основная задача – это максимально помочь Андрею Витальевичу, все те идеи, которые у него есть на эту игру, чтобы они воплотились. Можно сказать, что в этом-то и есть наша основная задача. Болельщики очень тепло восприняли ваш приход с Дмитрием Вячеславовичем в «Локомотив». Какие у вас от этого чувства, что, может быть, вы болельщикам можете сказать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы из «Локомотива» не уходили. Это мы вернулись в основную команду на какое-то время. Я бы хотел, конечно, поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Они прекрасно знают, что они особенные. И хотелось бы попросить только их поддержки, максимальной поддержки, потому что и ребята уже говорили, и тренерский штаб, что все хорошо, когда в клубе все здорово, да, когда есть результаты, победы и так далее. Но бывают ситуации, это практически у любой команды на жизненном пути, бывают ситуации, когда все не так-то здорово. Вот здесь и проявляются, как бы, настоящие отношения всех, кто к этой команде неравнодушен. Мне бы хотелось попросить всех максимально поддерживать команду в этот момент.